Весело и с огоньком в городском округе проводили зиму. Празднования широкой масленицы развернулись во всех поселках. В Люберцах гуляния проходили в Центральном и Наташинском парках. Мои коллеги присоединились к празднику. Среди россиян широкая масленица не уступает по популярности новогодним гуляниям. Ведь этот праздник с самым вкусным символом – блином. С вареньем или сгущенным молоком, со сметаной или медом. Главное, чтобы с пылу с жару. В Центральном парке лакомства пекли еще и из фермерских продуктов. Мы свои блинчики делаем по старинному русскому рецепту с использованием сыворотки козьего молока на перепелином яйце и на курином. В последний день масленичных гуляний испекли тысячи блинов. Отличные блинчики. Хорошие, вкусные, согревающие. Чуть-чуть замерз, сейчас согреюсь и полезу на стол. Сказано, сделано. Михаил один из немногих, кому покорился масленичный столб. Внизу смельчака ждал приз. Здравия! Подходи, подарки вручит глава городского округа Владимир Петрович. Благодарю. Не расстраивайся, получилось. Кому стол показался не по силам, можно было сыграть в мини-хоккей, пострелять из лука или поучаствовать в битве подушками. За победу или точное попадание – подарок. День прошел просто на ура. В городке, в хоккей. Я пытался дерево поднять, я никак не получилось. Но вообще день просто суперский. Масленица – это не только народные гуляния и вкусные блины, но и большая праздничная ярмарка. 20 предпринимателей из различных уголков России представили в Люберцах свои товары. Андрей Барданов приехал из Нижегородской области, привез гипсовые статуэтки собственного производства. Продукция для творчества, для раскрытия творческих способностей. То есть человек может взять и любыми красками разрисовывать, создать себе индивидуальную красивую вещь, подарок. Началось все с маленького бычка 12 лет назад, вот полный цикл уже, можно сказать, прошел. На центральных аллеях Наташинского и Центрального парка в блину некуда упасть. На масленичное гуляние пришли тысячи горожан. Их поздравил глава Люберец Владимир Ружицкий. Друзья мои, вас с праздником! Здоровья, счастья, благополучия! И я искренне желаю, чтобы разного рода вирусы обходили стороной. А каждой семье, каждому человеку в наших Люберцах, городском округе и на нашей планете добра, здоровья, благополучия. И давайте вместе будем провожать зиму и встречать весну. Обычай, без которого не обходятся ни одни проводы зимы – сожжение соломенного чучела масленицы. Зима до последнего сопротивлялась приходу тепла, то и дело напоминая себе снегом. И все же она сдалась. Теперь с уверенностью можно сказать – весна и календарная, и климатическая уже наступила. Григорий Ворванин, Ирина Попова, Луиза Егиазарян, Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.